Распространением бесплатных путевок в оздоровительные лагеря и санатории, расположенные на Черноморском побережье, управление по вопросам семьи и детства занимается уже четвертый год. В этом году появилось еще одно направление – амбулаторное лечение детей от 7 до 15 лет при санаториях. Около 2000 курсовок предоставили три здравницы – Магадан, Семашка и Голубая Горка. Мы надеемся, что в этом году будет хорошо развиваться новое направление в организации летнего отдыха для детей – амбулаторное или курсовочное лечение. Оно будет включать в себя лечение при каком-то санатории и обед в этом санатории, то есть дневное пребывание ребенка. Взять курсовку или путевку может любой желающий. Для этого необходимо прийти в управление, предоставить копии паспорта, свидетельство о рождении ребенка, если ему еще нет 14 лет, и написать заявление. Кроме того, у родителей, купивших путевку в санаторий или детский лагерь, есть возможность получить компенсацию в размере от 10 до 12 тысяч рублей.